Итак, конец августа 2022 года. Как обычно, лето заканчивается абсолютным раем. Красота неописуемая, просто неописуемая красота. Отличная погода для фотографирования и видео. Дымка легкая, нет яркого солнца. Цвета, конечно, фантастические. Как всегда, на видном месте гигантская марипоза. В этом году посадил ее здесь целый вазон. Это мой сорт. Валентин Фредди. Анастас. Это за день новый для меня сорт Шрирача. Здесь что-то в этом роде даже произнести не могу. Как называется. Вот здесь огромный куст Челси Роза. Сатурна. Фишнет Стокин. Как обычно, вот в тазу растет традисканция. В этом году почти все сорта туда посадил. Вот в вазоне шикарный в этом году получился Сергей. Ну и самый красивый оранжевый сорт. Здесь на солнце он вообще даже не чисто оранжевый, он уже в красный переходит. Это Рустик Оранж. Тут у меня на переднем плане разные сорта декоративного батата и помеи. Цветная ипомея, салатная. Так, в этом году начала рябина плодоносить. Ну, чисто для красоты посадил. Фишнет Стокин. Вот еще один вазон с марипозой, чуть меньше там кустов я вот туда посадил. Это была засушливая грядка, конечно, все лето была засуха. В этом году они не крупные. Колюсы в сравнении с прошлым годом. В прошлом году были просто в это время уже гигантские. А тут в этом году, конечно, лето было сухое, ничего не росло толком. Это Хайнц. Калиозавр. Это новый сорт для меня в этом году. Это чизкейк. Ой, чизкейк, какой чизкейк. Спейскейк. Чизкейк. Это мой любимейший сорт. Red Quad. Вот на солнце этот лучше не садить. Лучше его в полутени. Это Pineapple Queen. Или еще Pineapple Beauty. Некоторые называют. Ну, а тут здесь, в общем, пока... Здесь очень засушливое было место. Летом. И не все сорта успели сейчас набрать красоту. Это мой черный аватар, который я убрал из каталога, но кто хочет, заказывайте осенью, он у меня есть. Это вот, но из сорта испытания новинка Рыжая Султана. Это Пината. Перила Маджила, это один из лучших сортов вообще. Колюсов. Он никогда не цветет. Очень неприхотливый, хороший сорт. Вот, все. На этом заканчивается мои попытки восстановить этот сорт. Это в свое время он был у меня в каталоге. Забыл, как он уже называется. А, Карли Маджента. Еще
не могу его восстановить, что-то у него там, какая-то сосудистая у него заболевание, или бактериальное, или грибковое, скорее всего. Вот много лет. И он вроде отрастет, крупный. Все. Сажу на дачу, он погибает. Это на сорт испытаний, на повторном сорт. Марина, не знаю, оставлю, нет. Но, скорее всего, нет. Это Эльбрайта, классика, самый яркий сорт. Рядом с ним мой сорт. Змей Горыныч, но его в каталоге сейчас нет, я его убрал, потому что мне показалось, что они совсем похожи с Эльбрайта. Но нет, все-таки они отличаются чуть-чуть. Но смысла большого его сохранять, Змей Горыныча, этого я не вижу. Это мой сорт Бахтияр. Это один из тоже очень неприхотливых, классных сортов, но почему-то плохо его берут. Это этот, как же его, вот склероз, этот Раффлс, этот, ладно, потом вспомню, в другом месте скажу. Так, здесь один кус картошки остался, почему-то не заболел фитофторой, вот мы уже все выкопали картошку, один кус вот уникальный, здоровый остался. Здесь у меня тут некоторые сорта. Это вот Solar Flare, который очень похож на Эльбрайта. Летом делается, а зимой он очень такой хилый, вообще не узнать. King Crab. Это Red Head сломался тут. Но видите, продолжает расти, я его не стал трогать. Это Хабаровс 2020, это Sunbird, сзади Religious Reddish, потом этот на букву H самый первый, фу, блин, что-то забываю, ну это Rustic Orange тоже. Вот такая красота. Вот такая красота. Это мы заехали на минутку на дачу. Тут по делам времени нет. Ну или раз освещение хорошее, решил быстренько заснять фильм. Так, что мы здесь? Здесь Red Coat опять. Сзади от него Кипрус Мозаик. Это у нас... Чего там? А гружи собираешь? Так, это у нас Beckwin Gem. Это у нас Stormy Weather. Это у нас шикарный Royal and Fire. Это вообще шикарный. В этом году я... Вот третий год сорта испытания. Я на третий год принял решение этот сорт оставить. На самом деле, мне казалось, что он чуть рановато зацветает. Но по красоте он шикарный, конечно. Это сорт Черепашка. Я потом еще в другом месте покажу, там вообще гигантские его заросли получились в вазоне за домом. Так, это Twist and Twirl, сзади Трасти Расти, новый для меня сорт в этом году. Это Бронзы Пагода, это вот два сорта, брат с сестрой. В каталоге весной его не было, они у меня чуть не погибли. Это Самурай и Розовая Анемона. Ну, кто хочет, заказывайте. Шикарные на самом деле сорта, очень красивые. Они по форме листа, видите, похожи, по окраске разные. Это Самурай и Розовая Анемона. Так, это у меня новые, это у нас сзади, как всегда, Rustic Orange я наразмножал, потому что спрос большой, куча кустов у меня. Это вот новый сорт, я его не буду оставлять, новый для меня сорт. Это, блин, забыл этот сорт, как называется. Мне не нравится, что у него закрытый, в отличие от Rustic Orange, он чуть-чуть темнее, чем Rustic Orange, и чуть-чуть светлее, чем Keystone
Keystone Cooper. Мне не нравится, что у него такие полузамкнутые листья. У него вид такой, что он как будто чуть-чуть начал вянуть всегда. Это у нас так, Salsa Roja, по-моему, сорт. Тоже новый для меня, оставлю. Очень хороший сорт. Несколько смахивает на Spitfire 2, но более темный. Более темный, яркий сорт, очень красивый. Это зазеленевший бассейн. Я уже перестал туда химию сыпать, потому что уже не купаемся, уже прохладно. Так. Это у нас черный аватар от Элла. Это новый для меня в этом году сорт. Рояльти. Очень красивый американский сорт. Это у нас Хотти. Это Хайнц. Это сорт без названия. Мне его в прошлом году подарили. Не знаю как, но он что-то плохо растет почему-то. Дома отлично рос, а на даче он чуть не загнулся. Вот тоже неудачно в этом году чем-то заразился. Надо его омолаживать. Это Honey Crisp. Красивый очень сорт. Но что-то он в этом году у меня болеет. Это у нас острый соус. Hot соус. Это Hot Embers. Так. И... Блин, опять так я не вспомнил это название. Первый номер на букву H. Так, это у нас Хна. Так, это у нас... А, не показал вам Калладиумы, конечно, похвастался. Эти вот такие калладиумы. Калладиумы. У нас угощают баклажанами. У нас все еще ничего нет. Говорит, хотите ведро баклажан? Вот наворачивали у нас соседи такие новые. Ужас всего у них. Так. Это тоже калладиум. Другой сорт. Это у нас тоже болел, но пошел сейчас в рост под конец лета. Это тайгер лили. Тигровая лилия. Это мой любимый сорт, один из первых, который мой американский сорт. Этот самый. Вот. Не дают записывать видео. Это табаско. Сорт, который я, скорее всего, не буду сохранять, потому что смысла большого нет. Он очень похож на hot sauce. Он чуть-чуть пока покомпактнее. Вот смотрите, я сейчас вернусь. Покажу hot sauce. Вот он, hot sauce. А вот там табаско. Это Тилтавирл, вот вспомнил, мой любимый сорт. Так, это Тапестри. Звонок прервал мой фильм. Продолжаем. Так, это у нас Тапестри. Дальше опять этот самый Трасти-Расти, новый для меня сорт. Это, значит, уже объяснил, Табаско. Это Твист энд Твирл и два его спорта, зеленый и бордовый. Это мой самый любимый сорт вот из этой троицы. Тамми, Терри, Тимми. Это вот Тамми. Так, это мой, моей селекции сорт очень удачный. Крапивка. Это мой The Flume любимый сорт тоже. Сзади через тропинку в вазоне растут. Этот Анастас. Анастас, Тапестри и
Еще выше, самый высокий, это спорт от Марипозы. Это спорт называется клоун. Моей селекции сорт. Видите, какие симпатичные листья у него. Так, пошли дальше. Так, ну здесь, так, я уже не помню, я показал, значит, эти сорта все. Руби 2, Рояльти, новый для меня сорт. Это мой старинный сорт, значит, Ред Кротон. Это более светлый, чем Stormy Weather, более светлый сорт. Rattlesnake. Это Red Ruffles, хорошо берут, но я почему-то этот сорт не очень люблю. Это вот уникальный сорт Красный Коралл. Какие у него красивые листики. Видите? Старинный сорт, в общем, раньше очень популярный был. Последние годы почему-то его не очень народ покупает. Это вот я говорил, там на солнышке он совсем погоревший, некрасивый, выгоревший. А вот в тени он, да, достаточно красивый. Сорт называется Pineapple Queen, или еще Pineapple Beauty его некоторые называют в каталогах. Сзади спрятался сорт, который я уже, наверное, я уже не помню, наверное, год четвертый или пятый пытаюсь вырастить на даче, он не растет. Хотя отличный сорт для подоконника. Сорт называется Flash. Сейчас его в каталоге нет, но кто хочет, может его заказать. Сейчас я покажу. Такой очень нежненький сорт с мелкими нежными листиками. Так. Ну, покажем с этого ракурса. Это целый таз традисканций. Пината. Это вот очень компактный сорт. Приземистый шокер. Это мой сорт. Моей селекции сорт. Красный крокодил. Сзади Hot Embers. Вот композиция из трех вазонов. Видите, там Сатурн, Фишнет Стокен, Морган Лифей, снизу традисканции. Ну, это не совсем традисканция, это коллизия элегантная. Вот она. Вот так освещение лучше. Коллизия элегантная. Это традисканция, как она там приречная или как называется, точно не знаю. Посмотрите, какие у нее гигантские листья. Хотя это сорт всем известный. Я помню, в детстве у нас в кабинете биологии рос такой на стенах. Такой хилый висел, тоненький. Да он дома обычно такой хилый, тоненький. Там листики буквально там по 2 сантиметра. И посмотрите, какие здесь огромные листья у традисканции. Просто шикарная. Просто офонарить, какая красивая. Ну и вот трехцветная эпомея рядом с ней. Пошли дальше. Так, это у нас рядом с крокодилом. Это мой сорт. Этот перышки. Филе. Один из популярнейших сортов. Хотти. Опять острый соус. Это еще один сорт. Калладиума у меня тут в банке растет. Так, это у нас целая тропинка этого вербейника монетчатого. Отлично в этом году перезимовал вообще. Я уже замучился его обрывать на самом деле, чтоб не топтались по нем. Так, это у нас Морган Лифей. Давайте общий план покажу чуть-чуть. Какая красота, еще тут самолеты, блин, разворачиваются. Недалеко над Уссурийским островом.
Морган Ли Фэй. Сзади спрятался тут Кинг Краб. Это новый сорт на сортоиспытании. Это пестрая шаль, это пей, этот самый, как он называется, Пэшли Шаул. Каракус. А вот мой сорт, я его убрал весной из каталога. Но кто хочет заказывать, это Егоровна, мой позапрошлогодний сорт. Посмотрите, какой красавец. Какой красавец. Это бордовый такой сорт, популярный, в принципе, его хорошо берут. Этна, я когда-то его нашел в парке на озере Кома. С туристической поездки привез. Сзади его спрятался Eruption. Это один из моих любимых сортов. Это Эльферс. Посмотрите, какой красавец. У него зелень проступает сквозь бордовую такую краску. Сзади Электрик Коралл. Он через некоторое время будет совсем такой электрического такого цвета. Неестественного такого яркого. Ну, это Эльбрайт, один из популярных сортов. На углу Данка мой сорт, крупный очень. Так, там, значит, этот, сейчас скажу, Десерт Сансет. Это сорт, второй год на сортоиспытании. В прошлом году чуть не выбросил его. И по названию его, по-моему, в прошлом году что-то мы обсуждали там в этих, в комментариях. Вроде как Жабо, что ли, я его хотел назвать. Посмотрите, какой интересный. Какой интересный. У него край листа вот прямо такой, как выпуклый, такие, как вафельное полотенце. Симпатяга. Симпатяга. Шикарный сорт. Что-то такое напоминает, такое королевское что-то. Из средних веков. Так, что у нас тут дальше? Ну, здесь у нас Religious Reddish Roaring Fire, Rustic Orange Red, это самое, Red Head и Red Quad. Ну, они здесь, тоже им тут было жарковато. Ну, и высаживал я такие, в общем, кустики болезненные, можно сказать. Не очень они крупные выросли. Это шикарная голубая елочка. Поперли они в рост, конечно. Пошли в высоту. Что-то у меня рука не поднимается здесь эти ветки обрезать у нее, чтобы не кололось. Так вот ходим, мучаемся. Ну, жалко. Жалко, очень колючая. Но жалко обрезать. Так, под ней спряталась кикимора. Мой такой сорт. Прикольный. Вот он, не сказать, что он красивый, он действительно прикольный. Вот харизма у него такая приятная. Это красносолнышко. Это кижуч сорт. Это этот самый кин, вот карнавал. Карусель. Кардинал Мазарини. Это у нас еще один куст клоуна. Эти некоторые листья, некоторые ветки и листья у него, в принципе, как у марипозы вылазят. Это курочка ряба, мой сорт, очень мой любимый. Симпатичный. За ним сизлер. Сорт похожий несколько на Eruption. Вон тот. Но Eruption, видите, больше у него. Вот Eruption. Вот сизлер. Так, что тут у нас еще показать? Это новый мой сорт. Сейчас не могу сказать, ну, вернее, не мой, а у меня в коллекции. Вот это Сатурн Ринг, а это вот Хабаровск 2020 сорт. Здесь у нас
капусточки декоративные. Вон он рядом с ней. Очень красивый для солнца, для солнечного местоположения сорт Илья Муромец. Вот это он будет ярко-красный сейчас. Так, это большущий кустотелло вырос. Пеле. Там под... Это мои любимые стриженные сосны. Эти какие пушистые. И вон вторая еще стриженная сосна. Та вообще как шарик. Это перед нами куст гибискуса кислого. Тоже я его как привез тогда. Вот, и в общем популярный его. И я его люблю. И народ хорошо покупает его. Так, что у нас тут показать? А, здесь. Это вот в этом году у нас испытание. У меня несколько сеянцев от султаны. Вот это очень интересная пестрая султана, яркая. Она мне по расцветке даже больше, чем родительский сорт. Нравится. В ту сторону еще покажу ракурсы. Вот мои два любимые сорта. Три, вернее. Почему-то их плохо покупают. Это вот это. Вот это. Это я нашел в Римени, на клумбе там после. Это такой городок итальянский, кто знает. Вот. Там после града я там несколько сортов собрал буквально с клумбы, потому что они просто были в кашу превращены. Там такой град был страшный. Просто в кашу превратились. Я вот оттуда привез. Это вот это самое недавно его название правильное узнал. Stardust. Видите? Звездная пыль. Действительно, как крапинки по темному небу. А вот это его спорт. Справа с рантиком я его называю. Stardust. И Stardust Green. Green Stardust Green. Вот этот вот. Справа. Это тоже от него спорт. Причем вот эти вот спорт, причем вот эти два, они почему-то могут, если посадить вот этот, от него может появиться спорт вот такой с рантиком, а если посадить с рантиком, от него появляется спорт вот такой без рантика в крапинку. Интересно, в общем. Ну, они действительно хорошие, такие рыжие сорта. Вот. А берут в основном вот зеленый. Он, потому что он на солнце делается совсем желтый, видите, он. Вот если в тенечке, у него он такой салатного цвета. А если на ярком солнце, он делается желтый. Ну, впрочем, так же себя точно ведет и пеле. Вот если его раздвинуть, посмотреть, он внутри, видите, салатный. Это у нас и поймея тоже. Кстати, два сорта сейчас вот этих вот светло-коричневых, светло-этих бордовых и поймея. Вот один, который у меня давно уже растет. А вон тот мне в прошлом году подарили. Вон он. Он не так тянется. У этого плети подлиннее, у того покороче. Так, что тут у нас? Здесь у нас спрятался комбат. Вот один из интересных сортов. Это Smallwood Driver. Здесь мой любимейший сорт Spitfire. Это народный сорт, самый любимец народа, это Аватар. Ну, правильное его название Solar Shadow. Американский сорт, но у нас он так как Аватар всем известен. Это вот поменьше кустик Сергея. Это Space Cake. Новый сорт в этом году посеял, посадил. Так, супруга ходит пройти. Так, это у нас сейчас скажу. Этот сорт очень интересный. У него он выглядит как вот у него как будто жемчуг. Как будто нанизанный жемчуг. Это у нас склероз. Это у нас
Дай, пожалуйста, вот список, а там вот на тумбочке дай мне один список, чтобы я мог подглядывать, потому что ну, иногда как затык происходит. Нет, там под снизу, ага, там заготовлены эти списки. Ага. Ага, сюда. Нет, солнце хорошо без очков настраивается резкость. Так, сейчас скажу. А, Swallow of Tile. О, Swallow of Tile. Это вот три кустика, новые для меня сорта. Это у нас Сальса Роджа. Это у нас следующий сорт. Это у нас вот этот вот Шрирача и Сирана. А, ну и заодно вот сразу тогда уже можно подсмотреть, как правильно. Это Санстрок. Санстрок. Сорт зеленый. Вот этот тоже раньше его не выращивал. Он такой, как бы вам сказать, вот есть тип колюсов с такими тонкими нежными листьями, на обычно с большими междоузлиями, такой, ну, так сказать, сочные такие сорта. Вот из этих сортов это вот он, например, вот старый сорт. Этот я его восстановил, тоже он чуть не погиб несколько лет назад. Это сплеш-сплеш. Вот он, видите, такие нежные листья, легко пробиваются этим ливнем, дождем. Ну, еще к этой же группе относится, кто у меня еще осталось с такой группы? Вот к таким же относится Седона. Вот она рыжая. Вот Седона и этот Фреклис. Я его потом покажу там в другом месте. Вот у него такие нежные листья, оно быстро очень растут, они такие. Но вот проблемы в том, что они ломаются обычно легко и в посылке ломаются. У них относительно крупный лист по сравнению с черешками и стволом. Тяжеловатые листья для таких стволов. А самые вот хорошие сорта в плане крепости, это вот типа как вот аватар. Они такие толстые листья у них, и черешки толстые, и стволы толстенные, крепкие. Вот. Таких много сортов. Сейчас, ну, конечно, селекционеры пытаются именно такие выводить. Хороший колюс это признаки хорошие. Это вот мощный ствол, черешки, листья, быстрота роста. Это достаточная компактность, сильно крупные, это самое тоже ничего хорошего, когда вы короткие междоузлия. Вот. Какие еще признаки хорошие? Вот идеальный как бы сорт. Этот Шокер, я уже вам показывал. Видите? Очень компактный. Вот. Ну, как бы, ну, крупные сорта тоже, конечно, интересные, но плохо, когда очень тонкий ствол и это самое, и тонкие черешки. Ну, вот из крупных удачных сортов это, конечно, вот Марипоза. Вот еще один куст. Вот тоже огромный. Значит, толстый ствол, огромные листья, но у него вот из признаков таких вот, как, ну, отрицательных признаков, у него это плохое ветвление. Его сложно размножать, он не очень коммерческий сорт в том плане, что трудно найти маленький черешок для отправки. Вот они все такие толстые, огромные, не всегда хорошо. Вот. Хна, как всегда, нам это ее любимое место здесь. Это Pineapple Splash сорт
чуть-чуть уже на солнышке подгорел, стал ярко-желтым. Кстати, это спорт Spitfire 2. Вот он, Spitfire 2, который я в свое время в Европе, в Лугано, там череночек отломал. А от него сразу же в этот же год появился спорт. Вот этот. Кстати, и тот, и другой сорт очень хороший. Тоже компактные, легко ветвятся, сами образуют шарик. В общем, вспомнил название. Помните, я не мог вспомнить название этого сорта. Это Victorian Ruffles. Очень мощный такой, но хороший, как бы неприхотливый сорт. Почти не цветет, ну, практически не цветет. Вот классика. Это новый для меня сорт. В этом году, в прошлом году я его выменил. Вельвет. Все его хотят купить, потому что на фото, к сожалению, мне пришлось его в этом году в каталог поставить фото из интернета. Там, конечно, очень симпатичный момент был пойман. Ну, на самом деле, это вот четвертый сорт. Четвертый сорт. Вот здесь он еще у меня растет. Весной вообще чуть здесь не погиб. Буквально с нуля от почек восстановился. Видите? Вот. Это еще один сорт из вот этого типа окраски. Классического, это сатурновского. Вот он, Сатурн, с таким типом окраски. Вот он, Сатурн Ринг, с таким типом окраски. И сейчас я вам покажу Краклин Роза, тоже с таким типом окраски. Вот он. Ну, раз уж в эту часть огорода зашел, покажу из него ракурсы разные. Ну и сразу расскажу, что здесь у нас обитает. Дом надо чуть-чуть подремонтировать, крышу. А так нас все устраивает. На фоне цветов сайтинг не нужен. Так. Натуральное дерево выглядит, ну, мы считаем, что симпатичнее. Так, что у нас тут? Ну, на букву А. Я в этом году, кстати, посадил все по алфавиту. Ну, не все, конечно, но большая часть высажена по алфавиту. Алабама Сансет, Аллигатор Тирс, Алисон, это Анастас. Это у нас Алюстон, это мой Эпплмент 2, это у нас Аутум, вот пошло на Б, Бахтияр, Бастинда, Беквингем, Биг Шеф в этом году, блин, болеет, всем тоже как назло нужно в заказах, но у меня еще один там есть куст побольше, ну, короче, на Б все пошло, Бонни Голд. Вот видите, спорты образуются. Вот он. Вот чуть позже сформируется вот этот Руби 2. Из него. Так, что тут у нас? А, вот покажу вам на сорты испытаний новые сорта. Это вот сеянцы от этот самый от Green Pangana. Вот. И вот сеянцы. Сеянцы от Green Pangana. Посмотрите, похожи на этих самые, на этот сорт известный, который в свое время с Таиланда привезен. Вот один сеянец. Красивый, но на самом деле поздновато уже. Вот к концу лета только вот эти прицветные листья такие яркие делаются. Так он чуть-чуть потемнее все лето был. Вот этот пестрый тоже от него же. Не знаю, вот это вот оставлять, не оставлять. И вот этот сеянец. Видите? Ну, красавцы, конечно, что там говорить. Но я не знаю, ну как их всех сохранить. У меня столько сортов. Здесь на грядочке у меня в тенечке.
видите, всякая всячина растет, и в том числе гипестас. Гипестасы какие красивые. Когда-то я их выращивал, а в этом году купил на рынке уже в июле, смотрю, рассада продается по смешной цене, вообще по 20 рублей в стаканчиках, ну, с большими, ну, с больших стаканчиках с огромными корнями по 20 рублей. Но это вообще, конечно, ну, даром, можно сказать, взял их. Вот это здесь 3 куста, и там в другом месте 3 куста. Так, это у нас тут все то же самое. Это крапивка, фишнет стокин. Это вот тоже новый на сорта испытаний. Пока что он такой голенастый, большой вырос. Я вот его обломал, и сейчас пошли отростки. Это у нас лайм шримп. Это один из красивейших сортов у нас. Лемон энд лайм. Это у нас игнишн. А, нет, вру. Это у нас этот самый... Сейчас скажу, подсмотрю. Новый сорт. А, лефрик. Лефрик. Сорт вот этот лефрик. А вот эта точная копия окраски практически то же самое. Это вот игнишн. Ну, смысл в коллекции иметь 2 сорта, но я не знаю. Видите, он там болел, тут отгнил один ствол у него. Так, это один из красивейших тоже сортов, популярный. Покупают его Кона Ред. Это у нас, ну, это уже был. Это Autumn, осень сорт. Так, это у нас там. Так, это у нас Лимон Сенсейшн, тоже популярнейший сорт. Его так берут, потому что фотография удачная. Но мне он не везет. Он всегда, он зимой плохо, ну, зимой он зимует плохо дома почему-то. Он шикарный, вырастает на даче, а вот с зимовкой у него всегда проблемы. Это Лимон Чифон. Это вот еще один сорт, который тоже у меня постоянно проблемы. Этот как, он красивый тоже вырастает на даче, но под весну по закону подлости всегда что-нибудь с ним, какие-нибудь проблемы, и вот он болеет. Спрос огромный, все хотят его, а я вот отказываю сейчас, потому что, ну, нечего отломать от него. Это Лемон Блаш. За ним мой гигантский огромный сорт, мой старый Лак 1. Так, это у нас здесь этот самый Каракас, Катрина. Это вот этот самый сорт, который я в свое время стащил, тоже веточку маленькую, этот отросточек маленький, в этом, в замке Амбуаз. Я его вот так и называл, сейчас переименовал в позапрошлом году в Шато Амбуаз. Ну, это, скорее всего, из перил что-то такое, да, какая-то перила. Ну, это у нас Челси Роза, Чили Пеппер, Цитрон Раффлс, это Кокоа Минт, Колиозавр, этот самый, как он, блин, сейчас скажу, а, Коллинз Голд, Комбат, ну и все такое. А, вот этот сорт, который я там не вспомнил название, который похож на Рустик Оранж, это у нас Campfire. Видите? Ну вот сейчас он, кстати, ничего симпатичный, конечно, но обычно у него вот такие завернутые края листьев и выглядит, как будто он вянет. Что-то мне это не нравится. Как-то, ну, не знаю, может, и оставлю, конечно. Так-то он, видите, сейчас, ну, сейчас такой период, сейчас все колиусы красивые, а надо все-таки выбирать, ну, колиусы, которые вот с самого начала красивые. Так. Ну, это шикарный сорт, конечно, который все покупают. Я его наразмножал. Это Купер. Fancy Phaser. Из этого серии Fancy Phaser. Купер. Шикарная получается такая шарик. Это еще один клоун. Это Watermelon, Fishnet Stocking. Так, тогда пойдем
поэтому солнце вылазит, солнышко вылазит. В городе такой ливень сегодня был, мы думали здесь тоже все, а здесь вообще не было дождя. Хосты, вот в этом году эту хосту испортил, было пекло сумасшедшее, я не полил, надо было полить, она здесь под грушей, груша, конечно, все высасывает. А вот это чуть-чуть в тени, и уже это нормально, не погорели листья. Это мой сорт. Куриные лапки, тоже ему несколько лет. Видите, какой пушистый вырос. Так, здесь у нас Pineapple Queen, Pink Poodle, пудель, короче, розовый пудель. Это у нас Пашли Шаул, Пеле. Это у нас этот самый Питер Вандер. Так, это у нас тоже мой сорт. Это этот самый Kiwi Black. Есть вот американский сорт Kiwi Fern. А это вот от него сеянец в свое время. Черно-бордовый. Кона Red. Красный крокодил. Это Keystone Cooper. King Crab, Доктор Ву, тоже один из популярнейших сортов. Диана Голд. Их какая красота. Ну за этим, за Питер Вандером идет розовый хаос. Pink House. Это перила Маджила. Это я вам говорил, что этот сорт должен каждый иметь, я считаю. Это один из самых неприхотливых, классных сортов. Это сорт, который мы привезли, отщипнули в ботаническом саду на Пхукете. Сейчас его там нет. Скорее всего, это тоже что-то от Кохпангана. Скорее всего, этот спорт бордовый от Кохпангана. Я так предполагаю. Вот. Хороший, красивый очень сорт. Они чуть позже, они такие на бордовом фоне, такие как сполохи других цветов, начнут появляться. Они уже начали появляться. Так, это Songbird, один из ярких таких малиновых сортов. Это у нас на сортоиспытании один сорт. И вот тот сорт тоже на сортоиспытании. Вон он, красавец. Это все без названия. Пока что его продать не могу, там нечего отщипнуть, может позже. Туда уже перед самыми заморозками. Сейчас жалко. Хочу посмотреть, что с него вырастет. Ну, такой он тугорослый. И этот сорт тоже, кстати, тугорослый. Вот. Пошли дальше. Это у нас с крыльца такой вид. Забор уже весь почти за девичьим виноградом зарос. Так, ну это тоже один из красивейших бордовых сортов. Это вот это марунет. Так, здесь у нас эти карлики. Я тут их высадил. Это у нас этот Макао. Это у нас Индия Фрилс. Это Зоя. Болел тут и в тени, а читка не вырос толком. Это мой любимый шарик. Это Аврора Блэк Черри. Спереди очеревашка, мой сорт правее. Этот желтый дракон. Шокер опять. Спайсед карри. Сорт карликовый. Это мой сорт. Этот еловый шарик.
Бонифиш. Это что-то болеет в этом году. Некрасивый сейчас больной. Этот Gold Brocade. Этот Джильда. Green Lantern и Гага. Gaze Delight. Это у нас этот самый золотая анемона, голд анемона. Это тут мой сорт тоже что-то болеет. Тоже весь повял, что-то с корнями у него. Этот Гранд Гранат. Это глинец. Я первый год в прошлом году осенью только его выменял. Раньше у меня не было. Это у нас вот Грин Панган. Красавец, мой любимый. Вот эти два сорта наконец-то начали покупать. Вот я много лет его их всем нахваливал. Вот. Наконец-то народ понял, когда я все-таки красивую эту самую композицию сфотографировал. Это вот тоже со Швейцарии, с Монтрё, в свое время привез. Там весь поселок им был, вернее, вся площадь была им задекорирована. Это вот я их назвал Монтрё Грин Кротон и Ред Кротон. Монтрё Ред Кротон и Монтрё Грин Кротон. Так, это у нас Мистер Вандерфул. А, нет. Ну да, Мистер Вандерфул. Это шикарный американский старый сорт. Чернильные пальчики. Инки Фингерс. Это вот сзади него еще один сеянец. Вот Султаны. Сзади шикарный американский сорт. Уолтер Тернер. Это Spitfire 2. Это вот Japanese Giant. Гигантский сорт. Вот действительно гигантский. Это новый сорт, который в этом году посадил. В прошлом году осенью выменил его. Это этот самый Jupiter. Ну, что-то мне он не очень нравится. Он, кстати, точная копия этой розовой анемоны. Это вот шикарный новый сеянец от Султана. Это рыжая Султана. Это однозначно этот сорт остается. Классный. Это у нас этот тоже красавец американский сорт Флорида Сан Роза. Это сзади него идет Фламинго. Вот это, который сейчас, вот видите, он как бы отражает солнце, когда у него как фиолетовое такое зеркальце появляется посередине. Это Флорида Инферно, тоже американский сорт. Это шикарный, который берут практически в каждом заказе. Это у нас Orange King. Так, это красивая получилась здесь грядочка. Это мой позапрошлогодний сорт. Или даже, по-моему, года три ему уже. Этот маркиз. Видите, какой красавец. В этом году они вообще что-то шикарные выросли. Это Mint Mocha. В свое время из Канады его привез, по-моему, в 2012 году или в 2013. Ну, это Morgan Le Fay. Маронет. Это тут у нас супруга с клубникой своей занимается. Так. Это у нас, ну, это шикарный этот. Здесь три куста сразу посажены этого аватара. Так, пошли дальше. Красивый, конечно, гортензии, но, блин, неудачный сорт. Ну, очень тяжелые они там, я не знаю, они по килограмму, наверное, каждое соцветие. Они не выдерживают стволы. Надо что-то придумывать. Как их закреплять, иначе бардак. Мне не нравится, когда бардак.
Эх, какие сосны. Они красивее даже, чем голубые ели. Наши местные сосны. Так. А, вот этот сорт, который я рассказывал, что очень нежные и тонкие листья, которые такие хрупкие. Это вот фреклис. Из этой же группы колюсов. К этой группе, я и говорил, сплеш-сплеш относится. Трасти-расти. Там. Этот седона. Вот такие листья. Это у нас этот самый флиртинг скиркс. У него потом прицветные листья вообще будут с красненькими такими этими вставочками. Очень симпатичный сорт. Это шикарный фантастик. Сорт так и называется. Фантастик. Это у нас опять еловый шарик. Это вот мой сорт неоновый. Видите, она изнутри как бы светится. Малиновый сквозь бордовый. Как будто не эти неоновые освещения. Сзади это новый на сорт испытаний сорт. Симпатяга. Он точно останется. Огромные. Огромные листья у него, мощные стебли. Но хотя этот самый родитель у него это султана. Вот еще, кстати, еще один сеянец от султаны. Видите, они все разные, эти сеянцы. Вот еще один сеянец от султаны. Вот этот компактный, более такой красный. Вот эти сорта я оставлю вот около работы. Вот этот очень красивый. Вот этот тоже интересный очень сорт. Вот. Тоже. Вот этот я оставлю. Сорт интересный. Вот этот сорт очень интересный оставлю. Видите, такой перистый. И, скорее всего, вот этот сеянец от султана тоже оставлю. Он вроде похож на султана, но у него, во-первых, цвет чуть-чуть отличается. Интересный такой. Благородный у него такая вот седина как бы проступает. Так, ну там вот это все неудачно. Видите, какие сеянцы бывают. А, ну вот этот сорт, конечно, я оставлю. Вот этот вертолетики вот эти. Вот один вертолетик. Потом я вам еще один покажу. Это вот еще один от этот самотипа кохпангана. Еще один сеянец. Шикарный White Fingers. Шикарный New Harrigan. Когда-то из Таиланда его привез. Это тот самый Hotti Heinz. Это опять этот самый Hot Sauce. Излишки я тут рассаживал. Так. А вот этот уголок. Вот о чем я говорил. Гигантский куст черепашки получился. Эти тут. Это у нас на углу растет этот самый Japanese Giant. Черепашка. Тут одна ветка этого Сергея вылезла. Отелло и Нью Харриган. Видите, когда света не хватает, они все гигантские вырастают. И даже те сорта, которые не совсем гигантские. Это у нас Вельвет Мока. Это Весенняя Рапсодия, наверное, я от нее откажусь. Вообще никто не хочет покупать. Это у нас этот самый Вельветовый Дракон. Это у нас... Ух ты, уже 4 часа, надо заканчивать. Это у нас этот самый... Ягода малина, фишнет гигантский. Вот седона, маркиз. Вот эти вертолетики. Вот одни вертолетики. И вот второй красный вертолетик. Вот эти шикарные в этом году.
два сорта, которые они тоже очень удачные на сорт испытаний. Вот. Голубые елочки, гортензии. А, ну вот еще кого. Мой любимый Маракеш. Санглоу Пинк. Это вот видите, эти самые Купер. Тимми. А, вот я вам не показал, кстати, Тимми. Это вот Терри Щурин. Карликовый. Ну вот этот вот сорт, который я уже показывал сегодня, это Тамми. И чток. Ну вот и все. Такой обзор. Два видео получилось. Один мне прервал телефонный звонок. А второй вот получился почти 50 минут. Солнце уже. В общем, красота. Тапестри. Вот смотрите. Это тапестри. Это из однотипных колюсов. Тапестри. Запомнили, да? Это Solar Shadow или Аватар. Наше народное название. Это Kona Red. Запомнили. И это Allison. Ну, Kona Red от них, в общем-то, легко зимой отличить. А вот, допустим, Allison, Tapestry и Avatar можно спутать зимой. Даже я могу спутать. При недостатке света, при искусственном свете, это, в общем, они становятся очень похожими. Ну что, заканчиваю обзор.